сегодня отыграли финальный день RSL Open. Это очень важный для меня турнир, потому что турнир проходит в моем родном зале, где я тренируюсь каждый день. Вот. И очень приятно было показать очень хорошую игру и такой результат. Вот. Тем более на чемпионате России не удалось показать все, на что я способна. Вот восстановилась и получилось победить здесь. Очень приятно.